Че в Новой Зеландии? Пойдем по Америке. Сейчас, вот. А, опять же, из сегодняшних новостей. Американским биоинженерам из университета Джона Хопкинса удалось вырастить мозг. Скажите, а эта новость актуальна для Украины? Вот как раз им не надо. Давайте ваш вопрос. Американским биоинженерам из института Хопкинса удалось из стволовых клеток вырастить мини-мозг. Скажите, эта новость актуальна для Украины? Шановне панство, вам скучно и одиноко? Немає чим заняться? Так це не повод такі вопроси задавати, вообще оце. Актуально. Американским биоинженерам из института Хопкинса удалось из стволовых клеток вырастить мини-мозг. Скажите, эта новость актуальна для Украины? Эта новость актуальна для Беларуси, но в 94-м году, когда Лукашенко выбрали, вот. Ну смешно же, ребята, ё-моё. Так. Кто, ирпенчане или... Понятно, местные. Да. Скажите, вот американским биоинженерам из стволовых клеток удалось вырастить мини-мозг. Скажите, эта новость актуальна для Украины? Ну, для Украины, может, и актуальна, но мне не удалось вырастить даже мини-мозг. Скажите, вот американским биоинженерам из стволовых клеток удалось вырастить мини-мозг. Скажите, эта новость актуальна для Украины? А если узнаете ученого, который смог изобрести не мини-грудь, а сообщите мне, пожалуйста, это очень актуально. Костанушка. Американскими биоинженерами из стволовых клеток удалось вырастить мини-мозг. Скажите, эта новость актуальна для Украины? Американцы выращивают, а наши исполнители уничтожают, такие как Потап. Ау-ау-ау! Так, и вот у нас есть еще один ответ. Коренные жители Хмурого района. Скажите, вот американские биоинженеры из стволовых клеток, им удалось вырастить мозг. Скажите, эта новость актуальна для Украины? Вы знаете, я думаю, что не. Я и без него в парламенте якось нахожусь. Хорошо. Дорогие друзья, жюри, Артем, давайте еще один вопрос все-таки. Я буду политический. Давай, давай, Артем. Вакарчук или Зеленский, кто следующий президент Украины? Так. Феминисты готовы. Ребята, я уже выпил воду, не надо эти звуки издавать. Вакарчук или Зеленский, кто следующий президент Украины? Лукашенко. Вакарчук чи Зеленський, хто наступний президент України? А у вас є сумнення, друзі? Звісно, президентом буду я, що непонятно. Чернівщан. Дякую. Гамільчанин в таких случаях говорят обычно, ну смешно уже. Видишь, серьезный глобальный вопрос. Просто надо знать, в какую партию дальше лезть. Надо уступать девушкам. И у нас... По одному ответу. Вакарчук чи Зеленський, хто наступний президент України? Ну не знаю, наверное, тот, кому удалось вырастить хотя бы мини-мозг. То есть ученый из какого-то университета. Так, французы. S'il vous plaît. Здрасте. Здрасте. Такий вопрос. Володя Зеленський чи Святка Вакарчук, хто наступний президент України? Знаєте, ви ще свого голови сільради, я нікого не знаю, так що це не актуально. Красиві.
Очень. Но только вот ради дружбы наших народов. Не, вы что, зря приезжали? Ну да, да, да. Они же на базах часто на границе стояли. О, тем более. Ну, в виде исключения. У вас звери на границе там. Владимир Зеленский или Святослав Вакарчук? Кто следующий президент Украины? ХЗ, мы не знаем, кто такие вообще. Ну да, не смешно, простите. Только ради дружбы. Святослав Вакарчук. Вот я расшифровал. Так. Святослав Вакарчук или Владимир Зеленский? Кто следующий президент Украины? Коренные жители Хмурого района сейчас. Я налию собі, я налию тобі вина, Вова, будеш прем'єром. І ірпінчані. Ірпінчані. Юху! Зеленський или Вакарчук? Хто следующий президент України? Юрій Заяц. Я даже отошел, щоб не накрило волною, но не получилось. Хорошо, спасибо большое. Конечно же, следующий президент будет новый, это и понятно. Спасибо, ребята. Да, под аплодисменты зал.